чувак за рулем вообще бухой едет. Девять, два, один. Ульяна Харитон, Ульяна 96. С вами все хорошо? Клемму надо отцепить, Костян. А где? Подожди, Серега. Здесь акума, она разбита уже, надо что-то отцепить, надо провода. Надо это вытащить, надо выйти, надо выйти вам аккуратненько. Он бухой, хули. Так бухой, так хули, бухой, блядь. Как у вас это быстрее? Ё, он там живой, так нет, блядь. Слушай, вроде дышит вон. Да, конечно, он бухой, ё. Надо, блядь, звонить надо как-то, ёбаный. Она вон на переезде сейчас может выйти. Ну. Блядь, как в скорую-то звонить, ну? Скорую? Ну. Блин. Надо это, в отдел позвонить, а не вызвать. Да мы их не перевернули. И нельзя двигать до, при ДТП, по-моему. Да? Стекло выбивать только если. А что там люди? Там, да, так там мужик. Так надо доставать, конечно. Так он бухой. Сейчас в отдел позову. А сейчас переворачивать душу, вот так же, блядь, не давайте. Так а нельзя переворачивать же, по-моему. На стекло разбить, да и все переднее нахуй, да и похуй вообще. А что, дверь не открыть? А, задняя открыта. Жив, нет? Живой, живой, живой. Да, он. Да, я не нахуй, он сам, он встает уже. Женька, привет. Привет. Я пришел,